всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Стаканчик, Даня, Чумной Доктор, Ассасин. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классный режим, Among Us в Гаррис мод. Это очень крутой гемод, который русифицировали, теперь он полностью на русском. Если тебе пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, пацаны ходят. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать классные гейммоды, режимы. Ну а с вас подписка, лайк. И давайте сделаем 10 лямов подписчиков. Это очень легко. Осталось 9 лямов. О, я по камерам почекаю, кто где ходит. Угу. Опа, я догадываюсь. Все, молчу, молчу. Ну, не буду говорить, потому что сильно палевно это было. Ой, очень. Так, конечно. Пацаны сразу видно, еще не наигранные. Ну, ничего, научитесь. Я молчу. О, тут карта. До меня только что дошло. Опа, наконец-то. Я думал, вы будете полдня его искать. Возьми. Погнали. Значит, ты говоришь, знаешь, кто это, но ты... А, это Димас, ребят. Пф, конечно, погнали, выкините. А я буду голосовать за того, кого я думаю. То, что это Димас. Он же нашел труп. Я уже про... Я заголосую за Димок, килл. А где вообще нашли труп? Давай за Димон. Труп нашли где? В админке, я уже сказал. А, ну это либо ассасин? Нет, Димок, он тупо пробегал и тупо он вы... Знаете, как было? Он зашел и сразу вышел. Ну как, тупо, зачем ты заходил тогда в комнату? Ну если бы там был труп, и если бы он туда зашел и там бы был труп, он бы зарепортил. Опа! Не понял. Странно он себя вел. Димас. Да, Димас, подозрение. Офигеть. Вы знаете, я хотел как по-нормальному взять. Да не, я буду задание выполнять. Давайте будем увеличивать полоску. Вы уже там думаете, кто. Нереально, а чё не Димок? А может быть, что немножко на камерах цвет искажается? Нет. Эй, ты ходишь возле меня? Я буду с тобой. А представь, сейчас схожу с убийцей. Не, смотрите, он меня манит. Он специально ходит назад вперед и за угол заходит. Не. Стаканчик, все. Я знаю, как убийцы себя ведут. Вот это постоянно такая типа штука. Выходит за угол и назад, типа, чтобы ты за ним пошел, тянет на себя. Не, я буду с Нигой. Я буду с тобой. Не. Мне еще два задания надо сделать. Я уже все выполнял. Идемте вместе по очереди выполнять. О! Не, стаканчик, я уверен, что это ты. Не, сам постоянно ходит. Смотрите, сейчас уйдет куда-то. И сейчас смотрите, сейчас саботаж будет или что-то будет. По-любому. Куда ты пошел, стаканчик? Вот куда? Смотри, я буду тоже за ним наблюдать, я очкую. Он хитрый, очень хитрый. Где он? Вот он. А что он делал? Саботаж хочет сделать? Это стаканчик. Стаканчик, по-любому. Я же говорил. Ага. Ты хитрый, ты как-то странно очень бегаешь. Очень странно. Не. Это Димас. Офигеть. Чувак, нет. Да сразу было видно, ты как-то меня тянул на себя постоянно. Иди сюда, типа, иди сюда. И сам постоянно ходишь. До свидания. До свидания. Опа. Димас! Да это не может быть, это не я! Ля-ля-ля! Вот смотрите, это была самая лучшая игра за убийцу. Четко сыграл, пацаны. Погнали. Вот надо было тебе сразу поверить. Блин, это так было круто, ребята. Это точно было... О, кстати, два предателя почему-то. А потому что больше игроков стало. О, так нам хамелеон зашел. Но уже никого не будем перекидывать, так как тут не надо звук вообще никакой. Не, хамелеон, я буду с тобой ходить, я очкую. О, давайте все вместе, вот втроем и ходим. Это хамелеон, который предатель. Кто? Я вот с вами хожу, чтобы вы видели, что все четко. Не, никаких претензий. Чумной доктор, а ты где? Я в электро...
В это. Электробудке. А где ты? Я в хранилище и сейчас иду в столовую. Тут Даня. Так. У меня еще 4 задания. А что так много заданий в этот раз? А много игроков. 2, 2, 3, 4. Сложнее это все. Так, вот я здание буду ходить. Все, вместе. Ну нафиг. Не-не-не-не-не-не-не. Я оглядываю, знаешь, вот сюда как-то идешь и страшно. Да кто-то сзади подойдет такой. Я смотрю, сейчас я буду сканироваться. Давай, сейчас моя очередь будет. Это было так четко и быстро. Мы самые лучшие убийцы. Это было круто. Погнали еще разок. Мне понравилось. Я в камерах, где у нас прям... Я в вентиляцию был, как он... Я увидел, как он убил. А я убийца лучше всех. Два предателя среди нас. Погнали. Так, быстрее выполняем задание, бежим. Прикольная серия, что мне два раза дали быть убийцей. Вот реально и круто. Первая катка вообще просто настолько была гениальна за убийцу. Да, как на друг друга можно спихивать? Я видел, как это он. Я на камере видел. И все, о, да. Это он, и выкинули чувака. Потом на стаканчика все спихнул. Это было прикольно. Все понятно. Эй, понимаю лучше. Опа. Кислород бедный. Вот и все. Так, я видел, какой-то чел пробежал. Это был вроде бы Димок. Димок килл мимо его. Димас, трупа Димаса пробежал. Я видел, как он пробежал мимо трупа Димаса. Он вроде не заметил меня, ребят. Ну, может, он не заметил, мы же не от третьего. А нельзя ж... А, ну все, я ж труп, нельзя говорить. Это мой призрак. Вы вызвали призрака, я пришел. Ладно, молчу. Говорят, Димок килл. А, ну все. Прощай, Димок. Хороший был член экипажа. Теперь просто. Без экипажа. Он не был предателем. Вы что, выкинули? В смысле, он же... Он же рядом с... Так подожди, знаешь почему? Ты мог цвет перепутать. Даня такого же зеленого цвета. Реально похожий цвет. Оттенок отличается. Или даже... Так они реально два зеленых были. Значит, это Даня был. Ну это как труп. Рассуждаю как труп. Буду задание выполнять. Может, это все-таки чумной? Ну а, кстати, надо думать хорошо вам. Понюхайте мой труп, чем воняет. А. Ага. Режим очень крутой. Мне нравится. Допиленный, насколько это возможно. Как только баку, она не нажимается. Так. Нажимайте быстрее. Осталось чуть-чуть. 6 секунд. Успели, успели. Ого, сколько тут бегает. Отлично, побежали. Боже мой, вообще не прилично. Буду наблюдать за убийцей. А где он? А где убийца? Это убийство. А, убийца, да. Два штуки. А кто живой? Импостеров. О, вижу, 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 наблюдаем, наблюдаем. Отлично, молодец. Не останавливайся, главное. Димас, это не импостер, это компостер. Компостер. Отлично, ребята, вы молодцы. Порезал и всех быстро. Давайте одного убийцу сделаю, да? Будет получше, мне кажется. Когда с одним поярче. Два штуки сильно быстро. Так, делаем... Это был чумной. Вот ты молодец. Все, начинаем. Угу. Все. 3, 2, 1. Тишина. В студии. Так, погнали. У меня опять карты нету. А чё она так бывает подлагивает, да? Ну, да. Странно очень.
Все сразу поразбегались. Это будет катка, когда реально мы сделаем все по-четкому, как должно быть, в тишине. Никаких имен, никаких слов. Только про погоду. А что с погодой не так? А что, солнце светит, дождь идет. Нема ничего такого. Нет. Такая же фигня. Опа! Это был желтый. Это желтый. Он. Даня... Даня только что мимо меня пробегал. Помянем. Это был Димас. Как вы узнали? Ну, помянем. Ты мимо трубу пробежал. В смысле, там труп был? Да. А. Надо было, короче, Таня, это не я. Вы сейчас зря выкинете только. Ну блин, ладно, уже выкинули. Да блин, я тупой. Я не так все сделал. Я просто поспешил, надо было куча еще времени. Нет. Взял и замочил при всех. Ну, идиот. Первая катка была лучше, да? И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!